Бог хочет смирения под свою руку. Оно открывает двери в небесные сферы. Только оно делает сердце чувствительным к чужому горю и боли. Только оно может искренне раскаяться в своих согрешениях. В Новом Завете написано: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И если мы Его приняли, и мы Его дети, то стремимся же к достижению вышнего звания во Христе Иисусе». Христос, образец смирения, отдал за всех самое драгоценное, не пожалел жизни своей за каждого живущего. И какой же прекрасный результат его жертвенности! Искушение человечества со всеми вытекающими из этого последствиями – это пример для сомневающихся, которые не готовы усмириться. В духовном мире производит чудо смиренное сердце. Это тяжело и совсем непросто понять, как делать практически. Но ничего не надо выдумывать, а попросить помощи у Господа, и результат обязательно будет, он не замедлит проявиться в жизни. И это будет сокровище, которое будет небесным.